Всем привет! И перед тем, как вы послушаете новый кавер, хотел поделиться с вами двумя важными новостями, поэтому не перематывай. 16 декабря в Санкт-Петербурге пройдет спектакль, где приму участие я вместе с Анной Серговной Музыченко. Это комедийная постановка с абсурдным юмором, как мы все и любим. И я вас уверяю, будет весело. Анна Серговна будет читать свои стихи, а также рассказывать истории из жизни. Как вы знаете, истории из жизни семьи Музыченко всегда веселые и интересные. Все обязательно приходите, ссылку на билеты я оставлю в описании. Всех ждем. После спектакля, кстати, можно будет пообщаться лично, можете сфоткаться с Анной Серговной. Вообще будет очень кайфовая, ламповая атмосфера. Обязательно, обязательно приходите. И вторая новость. Я создал новый YouTube-канал, где буду публиковать свое личное творчество. Насколько вы знаете, у меня уже есть один релиз My First Melody, и я надеюсь, в 2023 году этих релизов будет больше. По крайней мере, у меня есть такой план, я постараюсь его придерживаться. Подписывайтесь, и, возможно, там будут видео в разговорном формате. Если хотите, кстати, напишите в комментарии. Я могу рассказать, как я попал вообще в спектакль и познакомился с Музыченко. А сейчас переходим к прослушиванию нового кавера легендарной песни «Город, которого нет».